Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас урок 8, Unit 8. И мы сравниваем Present Continuous и Present Simple. Present Continuous – это настоящее длительное время, которое происходит сейчас, в данный момент. То есть, что-то мы делаем в данный момент. I'm teaching you now. Да, я обучаю вас сейчас. Вот это Present Continuous – продолженное время. Оно не законченное. И present simple – это обычное повторяющееся действие, которое происходит каждый день, несколько раз в неделю, несколько раз в год, да, какие-то привычки и так далее. Ну, вот примеры. Jack is watching television. Jack смотрит телевизор. То есть вот сейчас на картинке, в данный момент он смотрит телевизор. He's not playing the guitar. Он не играет на гитаре. Она вот рядом, да, стоит здесь. Он не играет. But Jack has a guitar. Но вообще у Джека есть гитара, он имеет гитару. He often plays it and he plays very well. Он часто играет на ней, и он играет очень хорошо. Jack plays the guitar. Джек играет на гитаре, то есть всегда, да, это обычное действие. But he is not playing the guitar now. Но он не играет на гитаре сейчас. То есть вот он по жизни играет на гитаре, а вот сейчас, в данный момент, он не играет. Да, часто используется вот слово now, да, сейчас, в конце. Is he playing the guitar? Он играет на гитаре в данный момент? No, he isn't. Нет, он не играет. Обратите внимание, у нас здесь глагол to be использовался как вспомогательный, как помощник. И мы, его же мы используем в кратком ответе. Да? А здесь у нас уже нету глагола to be в настоящем времени, в простом. Тут на помощь приходит глагол do, точнее does, да, его третья форма, форма для третьего лица. Does he play the guitar? Он играет на гитаре по жизни? Yes, he does. Да, он играет. Present continuous, настоящее продолженное время, или длительное время, как его называют. I'm doing, да, то есть я делаю что-то. Глагол to be на русский язык не переводится, он связка, помощник. Переводим только глагол doing с инговым окончанием. То есть now, at the time of speaking, сейчас, во время речи, во время разговора. I'm doing something now. Я делаю что-то сейчас. Обратите внимание, вот этот вот отрезок времени очень, очень хорошо прям нарисовали. То есть past, прошедшее время, now, настоящее, сейчас, вот в данный момент прям, да, в данный момент. И future, будущее. Еще примеры. Please be quiet, I'm working. Пожалуйста, будь тихим, я работаю. Да? То есть имеется в виду сейчас, в данный момент. Tom is having a shower at the moment. Том принимает душ в данный момент. Take an umbrella with you. It's raining. Возьми зонт с собой. Дождь льет. You can turn off the television. I'm not watching it. То есть ты можешь выключить телевизор, я не смотрю его. Why are you under the table? What are you doing? То есть, почему ты находишься под столом? Что ты делаешь? То есть, сейчас, вот прямо сейчас. И теперь у нас present simple. Смотрите, какой размах тут у него, да? То есть, I do, in general, да, в общем, в широком смысле, да, all the time or sometimes. Все время или иногда. То есть, I do, я делаю что-то, я чем-то занимаюсь. То есть, past, прошедшее, now, сейчас и future, будущее. То есть вот оно, обычное повторяющееся действие, которое происходит каждый день. I work every day from 9 o'clock to 5:30. То есть я работаю каждый день с 9 часов до 5:30. Tom has a shower every morning. Tom принимает душ каждое утро. Здесь вот не надо переводить как «имеет душ». Да? Ну, «принимает душ» мы говорим и адаптированно переводим. Дословно, да. И будет, конечно, имеет, да, но здесь будет принимает душ. It rains a lot in winter. Дождь льет много зимой. I don't watch TV very often. Я не смотрю телевизор очень часто. Здесь как бы не, человек не наоборот, не то что делает, а не наоборот, не делает что-то, да, это бездействие. То есть он что-то не делает. What do you usually do at weekends? Чем ты обычно занимаешься по выходным? Не вот в эти выходные что-то делаешь, да, не сейчас, а вот обычно. И здесь у нас нужно обратить внимание на глаголы исключения.
We do not use these verbs in the present continuous. Мы не используем эти глаголы в present continuous, то есть в настоящем длительном времени. Они являются исключениями, а именно глагол like, нравится, prefer, предпочитать, want, хотеть, need, нуждаться, know, знать, mean, иметь в виду, значить, understand, понимать, believe, верить, полагать, remember, помнить и forget, забывать. Use only the present simple with these verbs. Используйте только простое настоящее время с этими глаголами. То есть I want, я хочу, или do you like, вам нравится. Примеры. I'm tired, I want to go home. Я уставший, я хочу пойти домой. То есть нельзя сказать I'm wanting. Да, такого не бывает. Do you know that girl? Ты знаешь ту девчонку? Yes, but I don't remember her name. Да, но я не помню ее имя. I don't understand. What do you mean? Я не понимаю, что ты имеешь в виду? Ну и дальше у вас упражнение. Здесь 8.1, да, первое упражнение. Answer the questions about the picture. Ответьте на вопросы об этих картинках. Парень моется тут, в ванне лежит. I'm a photographer. Я фотограф. Does he take photographs? Он вообще делает фотографии? Yes, he does. Да, он делает. То есть это его работа. Is he taking a photograph? Сейчас он берет фотографию в данный момент. То есть мы видим, что он в ванне. No, he isn't. Нет, он не делает это сейчас. What is he doing? Что он делает в данный момент? He's having a bath. Он принимает ванну. Дальше. Девушка у нас говорит, I'm a bus driver. Я водитель автобуса. То есть вопрос, is she driving a bus? Она сейчас едет на автобусе? Ну, понятно, что нет, да, и, соответственно, отвечаете. I'm a window cleaner, он говорит. Мойщик окон, чистильщик окон. Соответственно, он что делает по жизни? Моет окна. Сейчас он моет окно? Да. Что он делает? Моет окна. Так, 8.2. Complete the sentences with am, is, are, or do, don't, doesn't, does, doesn't. То есть, либо у нас простое время будет здесь, либо continuous. Нужно будет подумать, посмотреть, какое время здесь, да, то есть по смыслу должно подойти. Если это сейчас действие происходит в данный момент, то это present continuous. Если это обычное повторяющееся действие, что мы делаем каждый день, изо дня в день, я не знаю, там, пару раз в день, несколько раз в год, то это будет present simple, простое настоящее. И 8.3, третье упражнение, put the verb in the present continuous. Поставьте глагол в настоящем продолженном времени, то есть I'm doing, я делаю что-то сейчас, или present simple, I do, что-то мы делаем каждый день, да. И вот здесь примеры уже есть, красным, да, вот уже даны. Excuse me, do you speak English? Простите, вы разговариваете по-английски? Where is Tom? He's having a shower. Где находится Том? Он принимает душ. То есть сейчас, да? I don't watch TV very often. Я не смотрю телевизор очень часто. Но если вы видите вот эти слова often, usually, sometimes, never, то они, конечно, указывают на то, что действие происходит каждый день, там, несколько раз в неделю. То есть это обычное, да, время у нас простое. А если видите слово now, сейчас, да, то это, скорее всего, present continuous. Так, ну на этом все. Сегодня наш урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всего доброго, до свидания.